Сотрудники Гостехнадзора и ГИБДД отправились на просторы Финского залива проверять рыбаков-трактористов. Именно такое удостоверение в совокупности с техосмотром обязан иметь каждый, кто выезжает на лед на снегоходе. Первый встреченный на бескрайних просторах человек оказывается нарушителем. Инспекторы могли бы выписать Евгению штраф, но ограничиваются предупреждением. Операция «Снегоход» в первую очередь носит не карательный, а профилактический характер. Рыбак такому обстоятельству более чем рад. И без того день – сплошное разочарование. Сегодня пока никак. Вот там два хвостика, и там в пакете два хвостика, и все. И то тут эти вот такие. Главная цель таких проверок – не допустить, чтобы люди пользовались непроверенной или сломанной техникой. С виду безмятежная ледяная гладь таит в себе массу угроз, и относиться к ней нужно со всей серьезностью. С начала сезона по разным причинам на Финском произошло уже 34 происшествия, когда спасатели эвакуировали рыбаков. Прошедший выезд стал последним в рамках операции «Снегоход». Следующая проверка коснутся не транспорта, а самих рыбаков. Выход на лед в Петербурге с 15 марта запрещен, но именно в это время Финск становится наиболее многолюдным. Как-никак начинается сезон корюшки.